вашему дому. Сегодня по народному календарю православной христиане празднуют Тимофея в день. По церковному календарю православной церкви сегодня чтит память священномученика Афинагена, епископа Подоспольского, и 10 учеников его, мученика Павла и мучениц Алексеина и Феонии, мученика Антиоха, врача Севастийского, мученицы Юлии Девы. Совершается память святых отцов 4-го Вселенского собора, блаженной Матроны Анемиасовской Беляковой, исповедницы, священномученика Якова Маскаева, архиепископа Барнаульского и другие православные святые, имена которых вспоминают в этот день. Сегодня также празднуется икона Божьей Матери Чирская, Псковская. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим мир иной.